выдержит. Как вам здесь отдыхается? Как отдыхается? Шикарно. Отлично. Чем занимаемся? Мы не будем разглашать всех секретов. Да? Ходим, гуляем. Но заняться есть чем. Как вам обстановка на курорте? Тревожная? Тишина, покой, благодать. Где ваши маски? Никакой паники, ничего абсолютно. А маски не пользуетесь масками? Нет, они тут ни к чему. Здесь такое количество алкоголя, что вирус не приживется. Уже подтвердили теорию, что он убивается алкоголем. Так что, ребята, можете ничего не бояться. Даже китайцы, приезжая сюда отдыхать, они не носят маски. Они все по 150, по 200. Хорошо. И день удался. Хорошо, кроме алкоголя, чем тут порадовать можно? Свежим воздухом? Свежими морепродуктами. Только что касается стола, экзотическими блюдами, кенгурятиной, крокодилом. Вот что хотите, вам то и приготовят. Хотите, при вас змею зарежут и сделают с нее. Хоть шашлык, хоть сварят, хоть запекут. Вот все, что угодно. Короче, вы не жалеете, что приехали? Мы еще пытаемся привыкнуть и адаптироваться. Мы еще даже половины не попробовали. Ну, никаких сомнений нету, что вы сделали правильный выбор, приехав во Вьетнам. Как сказала сегодня Марина Николаевна, будем уезжать, будем плакать. Ну, мы пока что еще никуда вас не отпускаем. У нас еще все впереди. Мы еще даже только начали. Прекрасно. Ну, спасибо за хорошие комментарии.